Пилот команды ТКМ Форвард Авто на новенькой Форвард Рейсинг 400Z Георгий в новеньком Чевчан. Комбезе, да. В новеньком комбинезоне, да. И, наконец-то, все, так сказать, сменили сезон свое одеяние. И поехали, смотрим первую попытку. Георгий Чевчан и его 400Z на первой попытке. Первый сектор позади. Показалось, что перекладываться Гоча вообще решил, что не надо ему. Но, тем не менее, провернул автомобиль вокруг своей оси. Все, на самом деле, получилось достаточно динамично. Вот это было опасно, потому что Гоча уже знаком с этой ямкой. Вчера это знакомство неприятное состоялось. Закончилось все заменой кулака заднего. Но на сей раз обошлось. И Георгий Чевчан уже на пятом секторе. И здесь тоже вопрос был с предпоследним клипом. Георгий Чевчан, вторая попытка. Поехали. Пилот ТКМ Форвард Авто. Попытка номер один закончилась результатом 94 балла. И пришло время улучшаться. Как бы странно это ни звучало в отношении четырехкратного чемпиона. Очень резкая перекладка в тач-н-гоу 4. Еще одна. И нажимает Гоча на правую педаль. И мчит к четвертому сектору. Дымный шлейф за Z-кой. И теперь уже пятый сектор под колесами этого автомобиля. Ай-яй-яй. Ну что, всем привет. Мы сегодня закончили первый день соревнований. Не сильно все гладко для нашей команды сложилось. Рома и Тимофей выбыли на стадии топ-32. Я соперничал с Антоном Козловым, его проехал. Вот завтра встречаюсь с Евгением Лосевым. Он очень неплохо едет, второе место в квалификации занял, быстрый, резкий. Мы готовимся, парни настраивают машину, мы решили чуть-чуть перестроить подвеску, поменять настройки, вот, и постараться дать прям хороший бой Евгению.